правой руке у меня находится оригинал, в левой руке у меня находится копия. Вот, как мы видим, от экрана моментальный. Вот, что очень радует. И, естественно, как на копии, так и на оригинале стоит сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, что немаловажно. Вот. Так, и теперь что мы еще можем тут посмотреть? Ну, давайте начнем со стандартной функции. Калькулятор, основная стандартная функция. Вот, датчик переворота тут срабатывает моментально. Вот. Такая вот. Далее, что тут можно еще рассмотреть? Диктофон. Далее. Компас. Так, теперь давайте рассмотрим, как у нас смс-ки набираются. Вот. И, как мы можем видеть, вот экрана моментальный, как на копии, так и на оригинале. Что очень важно. И все это из-за высококачественного процессора и сапфирового стекла, которое очень чувствительно к касанию. Вот, что при малейшем касании сразу реагирует экран. Вот, также хочется подметить, что копии выполнены очень качественно внешне, то есть абсолютно идентичны по всем параметрам, по яблочкам, по надписям. Камера на копии стоит 3,2 мегапикселя со вспышкой, и на оригинале стоит камера 5 мегапикселей, то есть немножко они отличаются, конечно. Вот, но внешне они очень похожи по высоте, по ширине, по всем мини-параметрам. Вот. Поэтому заходите на наш сайт и заказывайте. Всем спасибо за просмотр.